Напольный кулер с верхней загрузкой и двумя кранами. В этом обзоре у нас напольный кулер фирмы AEL модели 28C. В комплекте сам кулер, инструкция и гарантийный талон на 2 года. Выглядит этот кулер весьма стандартно. По ширине занимает 33 см, 31 в глубину и 95 см в высоту. Боковые панели корпуса выполнены из металла, а остальные части – из пластика. Емкость с водой устанавливается сверху. Ниже есть два индикатора – нагрева и охлаждения. Сзади кнопки выключения охлаждения и нагрева и шнур питания. Горячая и холодная вода в этом кулере наливаются из отдельных кранов с помощью рычага за кранами. Достаточно поднести кружку и надавить ею на рычаг. Бак горячей воды сделан из нержавеющей стали. Он небольшой, рассчитан на 800 мл. Бак холодной воды из пластика, тоже на 800 мл. Мощность нагрева 550 Вт, а температура нагрева 90 градусов. Мощность охлаждения 75 Вт. Температура максимального охлаждения 15 градусов. Производительность нагрева 5 литров в час. Что в итоге? Это кулер классической формы с верхним размещением бутылки. Управление простое, вода наливается с помощью нажатия на кран. Вода в нем и охлаждается до 15 градусов, а нагревается до 90. У кулера стильный корпус, поэтому он хорошо впишется не только в офисе, но и дома.